ничего более хлопотного и волнительного, чем последний день перед стартом. Перед стартом 8-го этапа Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». На этот раз местом проведения выбран Ростов-на-Дону. И проходить он будет в рамках финального этапа спартакиады «Дона». Организаторами 8-го этапа выступили Федеральное агентство по рыболовству, некоммерческое партнерство содействия развитию любительского и спортивного рыболовства «Народная рыбалка», правительство Ростовской области, Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, Ростовская областная федерация рыболовного спорта, Федерация рыболовного спорта России. Основным спонсором выступила агропромышленная группа «Юг-Руси». Днем ранее здесь не было подготовительной суеты, и рыболовы просто ловили рыбу. Это утренняя поклевка. А какая вообще рыба здесь есть? Здесь есть и окунь, и карась, есть ясь, есть коробок, по местам называемый, есть амур, и сазанчик попадается. Рыба клюет, все на фестиваль. Но о клюве можно было не говорить, потому что фестиваль – это нечто большее, чем просто рыбалка. Это праздник, это настроение, это разностороннее общение. Что говорить, народная рыбалка шагает по стране. И это здорово, особенно для подрастающего поколения. В рамках фестиваля состязания будут проходить по дисциплине ловли на поплавочную удочку с одним крючком. Кроме рыболовов-любителей, за звание народный рыболов будут бороться люди с ограниченными возможностями. Отдельной строкой можно выделить рыболовов-спортсменов, которые тоже будут бороться за призы. Но наша спартакиада и финальная часть еще отличается от, может быть, обычных тем, что сегодня проходит в Ростове и фестиваль народной рыбалки. В нем прибыло участие более 400 человек. И уже есть предложение, конечно, любители рыбалки прежде всего его вносят, начиная со следующего года, сделать эту часть, этот спорт также составляющей частью спартакиады. Я думаю, что мы это поддержим, потому что этим увлечением заражены, заряжены многие-многие жители Ростовской области и России. Позвольте поздравить от всего рыболовного сообщества вас с Днем России, пожелать успехов, удачи, новых горизонтов побед. Ну а нашим участникам фестиваля «Народная рыбалка» ни хвоста, ни чешуи. Всем спасибо, всех с праздником! До старта считанные минуты. Немногим больше 300 человек спешат к секторам. Для рыболовов с ограниченными возможностями сделали специальный понтон. Так ловить будет намного удобнее, чем с берега. Давайте я здесь. Не-не-не, давайте самый край, мы раздвинем. Сейчас все раздвинем. Ну, давай. Сотни удилищ мгновенно ожили и пришли в движение. 8-й этап фестиваля «Народная рыбалка» на грибном канале в Ростове-на-Дону стартовал. Здесь очень плохая глубина, здесь нет перепадов, ровный спуск. Чуть-чуть дальше бы, да. А часто вообще-то на рыбалке? Ну, как спортсмен, постоянно на тренировках, вот. Настоящий спортсмен. Только настоящим спортсменам вечно что-нибудь не нравится. Но, тем не менее, ловят они гораздо лучше любителей. Поэтому абсолютно справедливо борются они за свои призы, среди своих. У любителей претензий нет. Даже если вместо рыбы тина на крючке. Не беда, рыба будет в следующий раз. Рыбалки бываем часто, но вот в соревнованиях участвуем впервые. Я люблю.
какие замечательные окуни. Шансы большие. Большие, небольшие, ну что было? Интересно, каких крупных рыб ловил здесь этот рыболов? Амур, белый амур, 17600. Вот здесь пойманы тоже, на грибном канале. Это самый большой был. Нравится тебе на рыбалке, да? Теперь бабуля выйдет меня на телевизоре. А я за дома за рекой, все в таком гуляла. Я за дома за рекой, все в таком гуляла. Владимир Викторович, это нам, нашему генеральному спонсору Юг-Руси, есть представитель. Людмила, большое вам спасибо за помощь как главному спонсору. Да. Всего вам доброго, вам лично и коллективу. Спасибо за помощь. Спасибо большое. Я должна только заметить, что наша компания активно поддерживает любые виды спорта. О. И я скажу, что народную рыбалку мы тоже проводим. Отлично, большое спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Моя рыбалка? Ну, это значит получить удовольствие от самого процесса ловли рыбы, от того, какую рыбку я поймаю. Это, наверное, и есть моя рыбалка – отдохнуть на природе. О. Мне друзья записали просто на соревнования, я не сам. Я даже не знал об этом. Да ты посмотри-ка, а? Одну за одной, а? Димон разошелся. Да я всегда любил, когда буду еще здоровым, всегда любил ловить. Ну а потом уже возможности не было, то есть неудобно не делать, а здесь хорошо сделали. Вопреки ожиданиям, на понтоне рыбалка шла полным ходом. Временами начинал моросить дождь, но все ловили, никто не ушел. Вот она! Вот она, радость наша принесла. Красавица. Спасибо. Радость, ты говоришь, доставила? Ну да, конечно, обязательно. Это ж просто прекрасно. Такое удовольствие. Отлично. Ловится. О. Женское дело. Угу. Рыбу ловить. Женское, женское. Еще какое женское? Глянь, посмотри. Вот посмотрите, кто у нас водится в нашем Донском канале грибном. Это крабик. Вообще непонятно, откуда морское существо в канале в речном. Тож надо же, а? Вот такой вот настоящий крабик, посмотрите, живой. Кушок небольшой, вот сосед тараночку взял, а так, пока ничего такого серьезного нет. Рыбалка это у нас уже как спорт, народный. После футбола, вот второе, по-моему, это рыбалка в России. Дочку хотя хочется приобщить, она изъявила желание, ей 4 годика, вот она хочет половить. Так что придется ради нее начинать вот, учиться удочку и покупать, водить ее на речку, ну, благо речка у нас рядом. $450. Быстро пролетели часы ловли. Наступило время подвести итоги. В следующую стадию фестиваля попадут 23 лучших по результатам взвешивания. Я доволен, очень доволен. $195. Человека финалистов, которые ровно через 5 минут войдут в зону финала и продолжат борьбу за звание народного рыбака 2014 в течение 1 часа.
теперь рыболовы легкий налет легкомысленности частично сбросили. Как-никак, на кону ценные призы. А за призы принято бороться, и борьба предстоит нешуточная. Поредевший лес удилищ активно зашевелился. Обгоните рыбу, срочно! В хоккее или футболе час – это очень долго. В рыбалке час – это мгновение. Кажется, только недавно бросил прикормку, настроил дистанцию и глубину ловли. Пошли первые поклевки, а полпути позади. Не дай бог еще запутать леску или оборвать крючок. Рыба что-то у финалистов клевать не сильно спешила. С успехом рыбу ловили только утки, на зависть рыболовам. Приближение финиша ощущалось по поведению судей. Скажу так, они начали выдвигаться к точкам взвешивания. Заместитель главного судьи Сергей Залетов переместился в зону финиша. Развязка близка. У нас сейчас будет торжественная часть. Предваряло награждение победителей вручение благодарностей от оргкомитета Лухину Юрию, министру спорта Ростовской области, и Урбан Геннадию, министру экологии и природных ресурсов Ростовской области. Призами были отмечены, конечно, и спортсмены. Итак, третье место занял Леушин Виктор с результатом 212 граммов. Второе место – Чижов Виталий с результатом 308 граммов. Народный рыбак 2014 года, 8-го Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», город Ростов-на-Дону, становится с результатом 430 грамм. Победительница получает медаль, кубок, надувную лодку и к ней замечательный мотор «Ямабиси». И наши огромные поздравления.